Всем привет. Ребята в Вологде сварганили мотосноуборд самодельный для развлеку, для всяких. Покатались, попробовали, посмотрели положительные стороны, отрицательные. Сделали себе другой. Это выставили на продажу. Съездил, забрал у них, выкупил. Ну и решил тоже, если честно, с этой же целью посмотреть, попробовать. Положительные, отрицательные, какие у него моменты, для чего он вообще нужен. Вот. Ну, цель-то понятна, что покататься, удовольствие получить, ну и заодно протестить. Есть идея, если понравится, более помощнее сделать, с более большой гусянкой. Но это пока так в голове, идеи всякие, там, как в финансовом плане у меня будет, конечно, с этим делом посмотрим. Ну, взят тоже с целью поразвлекаться. Решил немножко сразу доделать. Никак не нравится мне, что цепочка болтается. Нет натяжника для этих целей. Приглядел, что с мотособаки рыбак очень неплохо подойдет. Ну, и сейчас попробую установить. Посмотрю, может, еще кое-какой сделаю. Натяжник встал, как будто он здесь и был изначально задуман. Все работает, функционирует. Промазал цепочку. Она просится, конечно, на замену, но это уже следующий апгрейд. Ну, на этом всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.